Торт из капкейков – это не торт в классическом понимании слова. Это набор капкейков с цветным кремом, из которых можно воссоздать на подложке любую тематическую фигуру или цифру, для детей и взрослых. Один из главных секретов – ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. Достаньте их из холодильника за час до приготовления. Для крема важно, чтобы масло было размягченное, комнатной температуры, а творожный сыр – холодный. В пошаговом рецепте расскажу подробно, как приготовить торт из капкейков. Мука пшеничная – 280 грамм для теста. Яйца куриные – 2 штуки для теста. Сахар – 300 грамм для теста. Масло сливочное – 120 грамм для теста. Молоко – 300 миллилитров для теста. Разрыхлитель – 2 чайных ложки для теста. Соль – щепотка для теста. Ванилин – щепотка для теста. Творожный сливочный сыр – 300 грамм для крема. Сливочное масло – 100 грамм для крема. Сахарная пудра – 100 грамм для крема. Пищевые красители гелевые, по вкусу, для крема. Количество порций 15-18. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Секрет хорошего результата обязательно прочтите выше в описании приготовления. Масло для теста сначала взбивайте на небольшой скорости миксера, затем скорость увеличивайте. Взбивайте до светлости и воздушности. Потом порционно всыпайте сахар. Затем по одному вводите яйца. Сначала одно яйцо тщательно взбейте до однородной массы, затем второе и снова взбейте. Должна получиться масса по консистенции, как на фото. Муку смешайте с ванилином, солью и разрыхлителем. Просейте сухую смесь. Введите 3-4 столовые ложки сухой смеси в тесто, взбейте. Затем влейте часть молока, снова взбейте. И так поочередно добавляйте сухую смесь и молоко. Получится вот такое шелковистое тесто. Разлейте тесто в смазанные маслом порционные формы для кексов, можно в силиконовые. Также можно подкладывать бумажные капсулы для кексов. Я использовала все указанные варианты, чтобы испечь сразу как можно больше. Выпекайте 25-30 минут в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Когда кексы будут готовы и полностью остынут, приготовьте крем. Смешайте все ингредиенты для крема, кроме красителей. Сначала аккуратно перемешайте ложкой, чтобы вмешать сахарную пудру, тогда она не разлетится от миксера. А затем взбивайте несколько минут. Заранее решите, какая у вас будет фигура из капкейков и как вы будете их выкладывать. Платье принцессы, меч для мальчика, цветок или, может, воздушный шар. Мне для цветка понадобилось 3 красителя. Чтобы не мыть насадку после каждого цвета, я взяла 3 кондитерских мешка и 3 насадки. Для каждого цвета свой набор инструментов. Оранжевый цвет мне нужен только для центрального капкейка, поэтому совсем немного крема я окрасила в оранжевый. Не ярко. Размешивать крем с красителем можно ложкой. Затем отрезала кончик мешка ножницами и через внутреннюю часть просунула насадку. Наполнила кремом и завязала сверху, чтобы крем не поднимался вверх и не мешал работать. Отсадила на капкейк. Отсаживать можно как от центра капкейка по спирали, так и наоборот, от большого круга в центр. Таким образом поступите с остальным кремом и красителями. Вот такой интересный торт-цветок из капкейков получился. Удобно кушать и рассчитывать порции на число гостей. К тому же можно удивить всех своей идеей и ее воплощением. Счастливого и вкусного праздника!